Всем привет! Сегодня у меня очередная распаковка моих покупочек с Wildberries. Ссылочки на все товары оставлю в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. Ну а мы приступаем. Первое, с чего мне хочется начать, это вот с такого морсика. Я уже его беру второй раз, потому что первый, который мы купили, уже выпили. Он очень вкусный. Собственно, решили попробовать еще один вкус. В данном случае у меня идет морс клюквенный, ягодная пропорция. Конечно же, что меня больше всего привлекло и сподвигло к покупке данного морсика, это то, что данного продукта натуральный состав. Посмотрите, сок и пюре клюквы, сахар, вода питьевая и ничего более. Плюс это то, что профессиональный морсик, и, как правило, профессиональный продукты, они идут более концентрированные, более насыщенные и проверяются лучше всего. И данные морсики есть, конечно же, в разных вкусах. Мы уже попробовали облепиховый, он очень вкусный, насыщенный, натуральный вкус. Если вы пропустили то видео, то ссылочку вам оставлю в описании. Можете пройти посмотреть. Более подробно тоже рассказывал про него. Объем у меня 1,8, но вообще у продавца есть побольше объемчики. Массы нет, вот 1,8. Ягодная пропорция, морс клюквенный. Дата изготовления, посмотрите, какой он свежий, только-только. Знаю, о чем говорю, потому что на Wildberries очень многие продавцы стараются именно протолкнуть просрочку. Поэтому, когда вижу, что продавец ответственный и отправляет товары хорошего качества, конечно же, не могу вам не порекомендовать. Вот так вот все это сделано, приехала. И я в этот раз не стала открывать упаковку без вас, потому что в тот раз я не выдержала, вскрыла ее. В этот раз решила дождаться и вскрыть вместе с вами. Каким образом нужно пользоваться? Надо тут будет нам открыть, достать носик из данной коробки, чтобы можно было наливать морсик. И да, он концентрированный, насыщенный, очень сладкий, вкусный. Его обязательно нужно разводить с водой. Можно разводить 1 к 3, можно 1 к 4. Так как я вообще не использую сахар, редко что пью сладенький. Конечно, для меня было насыщенно, а детям зашло на ура. Очень понравилось, за уши не оттащишь. Мы предыдущий уже выпили. Знаю, о чем говорю, и смело могу рекомендовать. Давайте это тоже попробуем, откроем. Вот так вот все это приехало. Откроем. И сейчас принесу сюда стакан, налью, и мы вместе с вами попробуем, посмотрим и узнаем, так ли этот морсик хорош, как был предыдущий. Так, ну и давайте будем пробовать. Наливаем в первый раз. Да, какой он густой, насыщенный. И да, в прошлый раз тоже морс был очень насыщенный. Применение предыдущего я даже делала десертики детям. Очень вкусно выходит. Так. Вот, смотрите, я его разбавила. Со мной даже на дегустацию пришел Артур. Поздоровайся со всеми. Сейчас будем вместе пробовать, скажем, как на вкус. Очень вкусно. Вкусно, да. Тебе нравится? Мне очень нравится. Я тут чуть-чуть накапала. Морсик клюквенный, ягодная пропорция. Очень вкусно. Угу. На самом деле, мне прям зашло на ура. Что предыдущий, что этот. Вообще никакой химии нет, ничего не чувствуется. Абсолютно натуральный продукт. Такое ощущение, что только-только ягоды перетерли и сделали морсик. На самом деле, очень здорово. От души рекомендую, если ищете что-то подобное, то заказывайте смело, не прогадайте. Если еще не пробовали, то обязательно попробуйте. Это бомба, пушка, заварушка. Буду обязательно покупать еще. И со 100% результатом, могу сказать, нам зашли оба вкуса. Что этот, что тот, я думаю, этот мы тоже быстренько выпьем. Вон на заднем фоне у меня Артур уже весь бокал выпил. Остановись, мне оставь чуть-чуть. Вот, посмотрите, натуральный состав, тут даже еще есть ягодки. Все, выпил. Если бы ребенку не понравилось, на самом деле такого эффекта бы не было. Как говорится, детей не обманешь, и просто так пить всякую гадость они не будут. Следующая моя покупка, которую мне хочется вам показать, это гель для стирки белья. Посмотрите, такой вот огромный. Я на самом деле уже вскрыла упаковку, попользовалась, и мне очень понравился данный гель. Вот, уже разодрала. Просто решила показать вам, в каком виде приходит все в пупырке. У данного геля есть аромат. Он горная свежесть, аромат на весь день. Объем 5 литров, 160 стирок. Нужно для применения вообще немного. Зависит, конечно, от того, какой степени загрязненности у вас белье, или то, сколько вы его кладете в стиральную машинку. Допустим, если я, бывает, мне нужно простирать буквально пару вещей, то я наливаю прям чуть-чуть по минимуму. Если я знаю, что у меня вещи очень загрязненные, там дети где-то что-то наморали, и нужно прям нормальное количество геля, то, конечно, наливаю по максимуму. Ну, чаще всего 60 мл. В данном случае вот такое описание. Ну, в целом, гель классный. Мне понравился. Он густой довольно-таки, хорошо стирает. Приехало все это в хорошем состоянии. Было все запечатано фольгой. Но я, так как уже пользовалась, конечно же, вскрыла. Цена у него была крайне бюджетная. Стоила чуть больше 500 рублей за 5 литров. Мне кажется, это очень выгодно. Если вы ищете что-то подобное, от души рекомендую приглядеть.
Может быть, вам тоже понравится. И давайте, раз уж мы начали сегодня с больших объемов, наверное, я вам покажу еще свою большую покупку. У меня здесь идет кондиционер для белья фирмы Grass. Аромат Flower, гипоаллергены, 5 литров, 167 стирок. Я себе покупала кондиционер для белья фирмы Grass с точно таким же ароматом. И я вам уже его показывала, наверное, вроде показывала. Но только там был объем всего лишь 1,6, по-моему. И мне так понравился аромат, что я решила, мне нужно взять большим объемом, когда буду покупать в следующий раз. Мне этот аромат очень зашел. Я сразу взяла объемчиком 5 литров. Так выходит намного выгоднее, так как маленький флакончик 1,6 литров стоил 200 с лишним рублей, а тут я за 5 литров отдала около 500 рублей. Как бы, думаю, разница очевидна. Вот такой вот. Такая канистра. Очень мне нравится. От души рекомендую. Но если вы не любите сильные отдушки, там сильные ароматы, то, наверное, вам лучше обойти стороной. Потому что мне он тем и понравился. Это кондиционер для белья, что после использования прям чувствуется очень хороший сильный аромат порошка. Поэтому я его купила. Но если вы не любите отдушку сильную, то либо нужно полоскать будет вам два раза, либо наливать поменьше. Но сразу хочу сказать, если будете наливать поменьше, то свежести и мягкости можете не ждать, потому что он просто не сможет справиться. Но я наливала обычно от 30 до 50 мл, в зависимости от количества белья или какое у меня там белье. Всегда белье выходило с очень вкусным ароматом, мягко и классно. Мне нравится. На самом деле я уже попробовала еще один аромат розового цвета от Grass. И вот тот не такой сильный. Мне этот больше понравился. Вот, я еще не открывала данный кондиционер. И тут, конечно же, тоже все закрыто. Тоже голубенького цвета, как предыдущий гель для стирки белья. Только здесь вот, ой, очень сильная отдушка, аромат прям обалденный. Вот так вот он выглядит. Далее, что мне хочется вам показать, это опять огромный объем. Заказывала изначально моя мама его. Ей он так понравился, что она мне его посоветовала. Конечно же, я себе тоже его купила. Здесь у меня идет средство для сантехники. Объемчиком 5 литров, так как это на самом деле выгоднее. И что-то в последнее время меня прям прет на бытовую химию и на большие объемы, поэтому я себе купила. Здесь у меня септивит, эко-решение для вашего дома. Вот так вот. Все это пришло запаковано. Ну и давайте откроем, посмотрим, как все это внутри. Не поверите, и данное средство тоже голубого цвета. Голубой цвет меня просто преследует, да, получается, вот такого для чистки сантехники. Но маме понравилось тем, что он довольно-таки густой, хватает его надолго, плюс он хорошо отмывает и в целом работает отлично. Цена у него была чуть больше 500 рублей, по-моему. Но на самом деле так выходит выгоднее, потому что я смотрела, объемчиком 1 литр у них также есть. И 1 литр стоит 200 рублей где-то, а тут 5 литров за 500. Получается уже цена за литр по 100 рублей. Намного экономнее. Септивитом я пользуюсь не в первый раз. Давно с этой фирмой знакома. И мне нравится в целом их продукты. Я пользуюсь сейчас гелями для душа. У меня есть кондиционер для белья. Но у них единственный минус для меня это то, что отдушка вообще практически не ярко выражена. Можно сказать, ее и нету. А я все-таки люблю, когда от химии немножко пахнет. И тут, конечно же, тоже у нас запечатано фольгой. У этого средства прям такой ярко выраженный аромат. Морской бриз. Освежитель воздуха мне напоминает. Ну, буду пользоваться, смотреть, как это работает. Давайте перейдем дальше. Следующий мой большой объемчик. Это у меня идут таблетки для посудомойки. Да, это у меня не за один раз, не за один день что-то накопилось. На самом деле, долгое время как бы хранилось. И вот так вот получилось, что набралось. Здесь у меня таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине All in One от Finish. 100 таблеток должно быть внутри. Я еще не открывала, даже не смотрела, в каком виде это приехало. Но вроде, когда я заказывала, там было написано, что каждая таблетка не находится в отдельном пакетике, а все они просто в одном пакете вот так вот приехали, и не нужно предварительно их вскрывать. И мне кажется, это даже лучше. Зачем лишние движения делать? Да и плюс это не экологично, эти же пакетики потом выбрасываются. А если здесь их нет, то мы, во-первых, бережем природу, а во-вторых, лишних движений не делаем. Нет, они все-таки в индивидуальных пакетиках, но, по-моему, данные пакетики не нужно вскрывать. Они сами растворяются. Да, не нужно вскрывать ничего, просто вот таким образом кладем в посудомойку, все само растворится. Так, так вот это выглядит внутри 100 таблеток. Я уж пересчитывать их не буду, доверюсь на слово. Но вообще мне нравятся таблетки Finish, я их не первый раз покупаю. На самом деле хорошо отмывают и
если сравнить их с Фэри, достойный конкурент. Фэри мне нравится побольше, у него отдушка просто посильнее, а так оба варианта отмывают хорошо. Возможно, там еще будут у меня большие объемы. Перейдем к маленьким посылочкам, просто большие лежали спереди. Следующее, что мне хочется вам показать, это мед гречишный, который я также заказывала на Wildberries. Он ко мне приехал запакованным, я его просто на пункте выдачи вскрывала, смотрела, в каком состоянии, срок годности, все проверяла, и все хорошо. На самом деле, этот мед мы уже начали кушать, он очень вкусный, на самом деле похож на натуральный гречишный мед, имеет небольшую горчинку, вот такой вот жидкий. Артуру тоже понравился, он любит вообще медик. И я посмотрела у данного продавца различные множество вариантов меда. Можно на любой вкус и цвет, там и цветочный, и липовый, и горный, и вообще там из чего угодно. Антон Медов, вроде как производитель. И мед натуральный, цветочный, гречишный. Цена была крайне бюджетная. Стоил он около 200 рублей, по-моему, или чуть больше 200 рублей. Где-то такая цена у него была. И мне кажется, если вот так вот на пробу небольшое количество брать, это очень-очень здорово. Вкусно. Да, и вкусно. Если ищете что-то подобное, рекомендую. Так, следующая моя посылочка. У меня идет здесь крем-суфле для тела с эфирами, дамаской, розой и жасмина. Вот так вот. Базовые масла ши, бабасу, какао, кокосы, эфирные масла. Роза, жасмин, сандал, бергамот, витамин А. Я уже вскрыла и попользовалась. И на самом деле классный крем для тела. Он прям такой жирненький, насыщенный, как будто маслица наносится на тело. Вот так вот все это выглядит здесь и внутри. Вот таким образом. Я еще один кремик заказывала данного продавца, но покажу его в следующий раз. Вам не буду сегодня все показывать. Мне хочется разные посылочки сегодня вам показать. И вот так вот все, смотрите, выглядит. Замечательно увлажняет, питает кожу. Обладает просто неприятнейшим ароматом. Я больше всего здесь чувствую именно розу, жасмин. Цена была чуть больше 300 рублей. Но то, какой он насыщенный, жирненький, питательный. Нужно прям капелюшечку для использования. Хватит его надолго. Следующая моя посылочка, покупочка. Тоже уже вскрывала. Здесь у меня масло черного тмина в капсулах. Здесь 120 капсул. У данного масла большая область применения и положительные свойства. Если вам интересно, можете поставить на паузу, почитать. Не буду все это перечитывать. И вот так вот все это выглядело внутри. Начала пить эти капсулы и заметила, как состояние кожи улучшилось. Поэтому, если ищете что-то подумать, то мне пока они нравятся. Аллергии, раздражения не вызвали. Предпоследняя моя посылочка, покупочка. Здесь у меня идут прозрачные тейпы для лица. Я уже их тоже вскрывала, смотрела, но специально все это положила обратно, чтобы показать вам, как это ко мне приехало. Внутри этого пакета был еще один пакетик. И вот здесь у нас идут уже прозрачные тейпы. Также там есть визиточка какая-то. Поставить им 5 звезд просят. И вот такие вот тейпы внутри. Я думаю, многие знают, для чего они нужны. Некоторые тейпы используют для коррекции лица, там недостатков своих, просто для подтяжки кожи или чего-то такого. Мне просто стало любопытно, я заказала. Здесь большое количество листочков. На каждом листочке по 4 тейпа. Если вам интересно, спрашивайте, когда начну пользоваться, обязательно вам расскажу более подробно в комментариях. Ну и последняя моя покупочка. Это у меня идут губки, мочалки для тела. Губка жесткая, банная, антицеллюлит. У продавца было 4, по-моему, варианта. Там можно было выбрать по одной губке. Можно было выбрать мягкие губки. Я взяла именно жесткие. Ну, не знаю, насколько они жесткие. Просто я такими пользуюсь в бане. Мои предыдущие уже стали крошиться и приходить негодность, я поэтому срочно нуждалась в замене. Хотела заказать обе черные, но побоялась то, что черная будет мягкая, так как у меня в бане именно вот такого молочного цвета. Поэтому взяла двух разных цветов. Подумала, если черная будет мягкая, хотя бы мне бежевая будет хорошо. Мягкими губками настолько дети моются, а я сама люблю такую пожестче, чтобы шкурку снимала. Так, и какая здесь? О, это прям хорошая, жесткая такая. Да, будет хорошо скрабировать. Она написана, конечно, антицеллюлитной. Не знаю, конечно, насколько она антицеллюлитная, но то, что хорошо отмывать кожу будет, это точно. И вторая у меня вроде точно такая же. По крайней мере, выглядит она идентично. Если вам интересно, спрашивайте в комментариях. После того, как попользуюсь, обязательно пишу вам, хорошо моют они или нет. Пока не намочишь, я думаю, непонятно будет, что жестче, что мягче и вообще, как они меняют себя после намокания. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ссылки на все товары в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. Всех целую. Пока-пока! Пока.